Чуваши вспомнили жертв эльбарусовской трагедии. 53 года назад во время пожара в сельской школе Мариинско-Посадского района погибли 106 детей и 4 преподавателя. Прошло более полувека, а люди каждый год приходят к одному из самых трагических памятников Чувашии. Даже те, кто родился много позже, знают. Дети и учителя погибли из-за неосторожного обращения с огнем. Я вас очень прошу, чтобы у вас в каждом доме горел только добрый огонь. Только добрый огонь. Уважаемые родители, очень прошу. Учите своих детей, учите наше будущее, чтобы они научились жить правильно, стать на правильный путь и всегда помнили, никогда не забывали вот эту страшную трагедию. Каждого погибшего вспомнили поименно. Сельчане, сотрудники МЧС, выпускники школы, представители администрации Мариинско-Посадского района возложили цветы к памятнику.